Ты помнишь каких-то своих одноклассников, друзей детства, которые... Плохо закончили, да. Мои одноклассники некоторые плохо закончили, да. Я не могу кого-то выделить, ну, Бортес и Ка. Когда подниматься-то стал? Да, а сразу как-то половина там фартануло нереально. Договорные матчи, они ведь какие могут быть? Не могут слить все 20 человек, плюс тренерский штаб, плюс президент. Два медведя, углового флажка, живые. Что вообще происходит? В Нальчике у тебя состоялась переоценка ценностей. Я, наверное, наврал в интервью в том, или за меня кто-то, как обычно, написал то, что я не говорил. Ну, просто мы с тобой разговаривали о текстовом интервью, да, что обычно текстовое интервью это так очень... Лучше видео, да. Друзья, у нас новый выпуск, новое интервью, и сегодня гость Антон Кочинков. Антон Кочинков может быть весьма закрытая личность для многих болельщиков, просто потому что мало интервью, да, мало каких-то публикаций в прессе. Но поверьте на слово, те, кто играет с Антоном, те, кто работает рядом с Антоном, пересекаются часто, прекрасно знают, насколько Антон, ну, крутой, да? Давай вот так вот обобщим. Я прекрасно помнил, что ты родился в Киргизии. Скажи, как так получилось по семейным обстоятельствам, и насколько, и какие вообще у тебя крови? Не, я русский. Полностью, да? Я полностью русский. И, честно говоря, это хороший вопрос, потому что я знаю, как мама приехала в Бишкек по семейным обстоятельствам, а как отец, я не знаю, возможно, по переселению в тот момент или как-то так. Честно, надо уточнить этот момент. Стать футболистом в Киргизии – это сильно. Вдруг он приехал из России, он меня привел в секцию, где… Ну, это такое все было под таким… энтузиазмом, на мой взгляд, сейчас энтузиазмом наших тренеров. Александров Владимир Владимирович, мой первый тренер, вот, какие-то вообще там при физкультурном университете, там были поля, мы тренировались. Гаревое поле, как, я не знаю, мы не называли его гаревым, это в России так называют, я не знаю, и опилочное было, опилки прям были, вот, два поля. Потом чуть ситуация лучше изменилась. У нас был турнир вообще на асфальте, один раз кока-кольный турнир. Мини-футбол был, проводился на асфальтированных полях. То есть Кока-Кола проводила, и кто лучшим становился футболистом, ехал во Францию. Вот наш товарищ из нашего года, Эмиль Кинжисалиев, такой был футболист в Казахстане, очень известная легенда там клуба. Он поехал во Францию на чемпионат мира на 98-м году. Я почитал о чемпионате Киргизии. Это сейчас даже себе представляют, ну, просто очень странное зрелище. Там то 8 команд, то 7, то просто, видимо, не набирается, играет 6 команд. Что было тогда, это, наверное, все было еще гораздо сильнее. Самое удивительное, я просто вообще, ты сейчас что-то почитал, я никогда вообще ничего не знаю. Я без шуток, я не хочу никого обидеть. Я вообще не знаю, никогда не был ни на одной игре чемпионата Киргизии, ни на одной. Насколько я помню, я ни разу не присутствовал. Я знаю, есть Абдышата и есть Динамо Дурдой были. Я не знаю, есть эти команды, сейчас играют, за счет кого они спонсируются, как вообще. Что вообще происходит в киргизском футболе, я не знал ни до того, как уехал. Ну, я вообще не понимал структуру даже футбола, то есть как там дубль. У нас не было ни дублей, ничего. То есть мы как были юношеской командой, да, и вот... Мне казалось, что если... Это юношеская команда чего? Вот ваша Сборная Киргизии, как это считалось. До 87-го года сборная Киргизии. Вот. То есть у вас, по сути, на весь Бишкек была вот такая одна лучшая команда по этому возрасту? По годам они были. Угу. По годам. И они все считались как сборными. Маленький мальчик, да, хочет играть в футбол. Надо же смотреть куда-то, на кого-то ориентироваться. Вот был ли у тебя кумир какой-то? Ну, для меня сильно повлиял чемпионат мира 98-го года. Вот сильно, когда действительно... Ну, я тогда, мне казалось, я знал вообще все команды, где все, кто где играет, вратарей, всех вообще тогда, когда ты в таком возрасте знаешь все вообще. Ты по росту выделялся всегда? Да. Ну, то есть, я по сути, была предопределена, да, как-то твоя позиция? Ну, не знаю, но это так получилось, странно. Я как бы периодически вставал в ворота, а потом просто Александров, тренер наш, он сказал просто, ну вроде как, встаешь уже, ну, тогда оставайся вроде. И с вратарями была проблема, тоже так не было, что много было ребят, много ходило, я так понимаю, вообще проблема была с тем, чтобы кто-то приходил в секции. Раз ты особо не следишь за киргизским футболом, то я тебе скажу, что Киргизия впервые в своей истории сыграет в чемпионате Азии. Да, это я знаю, это я знаю, потому что я пару раз общался с Кристининым, это главный тренер сборной Киргизии. У него возникло желание, чтобы я участвовал вот за сборную Киргизии, но я как бы это не... Почему? Невозможно. Ну, по той простой причине, что я буду легионером в России, и как бы мне будет намного тяжелее найти себе клуб. Это все ясно, как бы. Но это тяжело для тебя решение или нет? Нет. Отказаться? Нет, не тяжело. Вообще очень легко. Мечта играть за национальную сборную. За Киргизию. Ну,
Не знаю, я, честно говоря, не думал, чтобы выступать за какую-то сборную, кроме как России, если у меня есть российский паспорт. Давай расскажем зрителям о том, как ты перебрался в «Локомотив», потому что история на самом деле уникальная. Ты играл за юношескую сборную Киргизии, у вас был международный турнир в Москве. Вам кажется, что уникально, мне кажется, обычное. Ну смотри. Потому что со мной так было, и для меня обычно. Ты приехал на турнир в Москву со своей командой. Да, был турнир, я миллион раз это везде, мне кажется, все спрашивают, я рассказываю. Это был турнир Олимпийские игры среди стран СНГ и стран Балтии. Насколько я помню, родители скидывались сами на билеты, нужно было только билеты купить, потому что нам билеты не оплачивал, не знаю, как это в Киргизии называется. Федерация? Федерация, да. Поселили нас в измайловских гостиницах, это недалеко от Черкизовской. Все, отец поехал со мной. Приехали, отец посмотрел в желтых страницах в ЖЖ телефон, позвонил в «Локомотив», спросил, во сколько тренировка. Правда, сказали, неправильное время. Я пришел, по-моему, просто пришел. Узнал адрес, как, ну, то есть я пришел, и потом мне сказали, что завтра «Восток», это уже правильно. По-моему, я первый день не тренировался. И все. Но вы с этим планом уже ехали в Москву, понимаешь? Да, конечно. Именно конечно. О «Локомотиве» думали? Или... Нет, я был параллельно еще в «Спартак», я пару тренировок в «Спартаке» провел. Mm-hmm. Только не с годом, а, по-моему, так был дубль, и была еще молодежка на тот момент. Было такое, по-моему, какое-то еще какое-то разделение. Думал о том, как бы мне попасть в «Локомотив» или в «Спартак». Ну, как бы вообще выбраться. Так приходили еще ребята, мне кажется, как я. Просто и некоторые были совсем с улицы, действительно. Ну, как бы такие где-то во дворе играют, пришел показаться. Конечно, но это видно сразу по первой тренировке. По мне было видно, я рассказал, кто я. Я же не сказал, что я занимаюсь во дворе и хочу тренироваться с вами в «Локомотиве». Нет, я, естественно, объяснил, что я футболист, что я играю в сборной Киргизии, что я приехал сюда на турниры и вот, пользуясь случаем, возьмите меня. Сколько тебе тренировок понадобилось, чтобы доказать, что ты хорош? Я не знаю, сколько я был, неделю мы, допустим, были в Москве, вот неделю, сколько были тренировки, столько я отходил. Там был тренер вратарей Михаил Васильев, сказали, приезжай. Платили тогда тем, кто жил в интернате, по 800 рублей, а кто считался на хорошем счету 1500. Да, это я говорил, да? Да. Наверное, что-то такое, да. Ну и все, выгнали меня, продолжал тренироваться, начал играть. Жили где договорится брат. Одну ночь там, вторую друга, третью у полузнакомых. Снять жилье не было денег. Как так получилось, что тебя выгнали? Когда это было? Слушайте, там был Леньков тогда, директор. Вот, и я так понимаю, что, возможно, без его может быть ведомо как-то, то есть тренеры одобрили, сказали, приезжай, меня поселили, я, наверное, занимал что-то место, я так думаю, я подозреваю, что он просто хотел, возможно, каких-то вознаграждений за то, что я имел место в интернате, я так думаю. Я прожил какое-то время, потом так получилось, что я не играл, начался турнир, я не играл, был там третьим вратарем, что ли, то есть, и он, видимо, так понял, что, наверное, я не буду играть. Две или три недели после этого он так меня, я от него бегал, он говорил, что там, встречал меня, ты еще не съехал, как-то вот так это выглядело все. Кстати, спасибо вот Николаю Михайловичу Ульянову, в этом плане он меня подозвал, я сказал, меня выгоняют из интерната, он сказал, из команды я тебя не выгоняю. Окей, тебе было 15 лет, да, это год до выпуска, и ты был по своему возрасту в «Локомотиве» третьим вратарем. Когда подниматься-то стал? Да, а сразу как-то половина там фартануло нереально. Ну-ка. Сходу. Я не знаю, как так получилось, два вратаря парня было, они были москвичами. Так, мы это называем, все, кто жили не в интернате, даже я потом стал москвичом сразу автоматически, это прикольно. Вот, и как-то быстро что-то, почему-то один парень не пришел, перестал ходить, я не знаю, как так, вот так, а другой плохо отыграл, то есть тут же там, не знаю, через пару туров я начал играть и всегда играл потом за свой год уже. Ты как-то, как за дубль играл, проиграл Рубину 5-6. Да. Помнишь? Да, вообще, этот матч помню, на самом деле. Это самое болезненное? Да, я плохо отыграл, много ошибся, много мячей привез. Из 6-3, наверное, только я ошибся. Еще 3 можно было отбить. Самое удивительное для меня, что тренер вратарей на тот момент мне на следующий день не пожал руку. Это было для меня до сих пор удивительно. Не пожал руку? Да, не пожал руку. Как-то не по-отечески. Это вообще очень плохо. Наверное, сейчас бы я, конечно, отреагировал, если бы мне кто-то не пожал руку, но на тот момент, не знаю, почему я ничего не сказал. Странно это, да. Так. Причем на следующий день это уже не эмоции. Так произошло. Я помню, это хорошо запомнил, это осталось, да, у меня, потому что такие вещи запоминаются. Какой для тебя самый
ну, простите за характеристику, позорный, может быть, пропущенный гол, который ты вот помнишь, типа, как я там сыграл? Вот. Точно с Самкаром, когда я за Томми играл, когда Сулугин забил мне там метров 40. Ну, это удар какой был. Ну да, там стечение обстоятельств многие, да, понятно, что это не прям, там, как сказать, ляп, да, но тем не менее я виноват. По-моему, мне за вторую лигу забили с углового. Наподобие, как Гиля играл с этими... С Кубанью. С Кубанью, да, вот что-то в этом роде. И если анализировать всю карьеру, да, все голы, которые ты пропустил, ну нет таких вратарей, кто не делал ляпы. Это вообще ни одного. Сильный вратарь – это какой вратарь? Играть в Локомотиве и играть в Мордовии, где я играл до этого – это разные вещи. Абсолютно разные. В Локомотиве ты можешь 90 минут играть, тебе один раз в конце ударят, ты должен его будешь отбить. Ты должен будешь выручить. И это чаще так. А в Мордовии ты можешь 90 минут сделать 15 сейвов, да, и просто вытащить команду. То есть это разные вещи. Для меня лично лучше быть в тонусе. Ну, если тебе там 15 раз ударят по воротам, блин, точно один или два залетит, как ни крути. Если подытожить твое как бы первое знакомство с Локомотивом, то ты уже подобрался к основе. Тебе тогда было 20 лет, буквально только-только исполнилось, и тогда в Локомотиве вообще было уникальное время. Я лично такого достаточно такой серьезный футбольный болельщик не припомню нигде, что было столько вратарей, как тогда было в Локомотиве. Гильермо, Пелицоли, Поляков, Рыжиков, Якупович. Да. Ты был там шестым, седьмым. Криворучка. Я не понимаю, почему они еще подтаскивали меня, честно говоря. Вы тренировались вообще? Ну, это смешно было, да, мы выходили, мы могли встать 4-2 квадрат там вратарями спокойно. По идее, я там был лишний точно. Ну, ты тогда это чувствовал по уровню? Да дело даже не в уровне, я молодой, чем мне-то. Ну, как бы, если молодых обычно берут, когда, ну, вот там надо третьим, четвертым, чтобы вдруг что-то случится, как бы, и ты набираешься опыта. Нет, мне, конечно, это очень помогло, на самом деле. Очень хорошо, что мне не отказывали в том, что я с ними тренировался, это... Большой опыт для меня был, потому что столько вратарей, столько из разных стран, да. Ну, нет, хорошей жизни тоже тогда так было. То есть на номер один не тянули, видимо. Все? Да я не помню, как кто играл. Я бы на тот момент... Мне нравились Рыжиков и Поляков. Они очень хорошо... Ну, они к делу относились, ну, правильно. Хорошо, уходя из Локомотива, ты вначале в аренду ушел же в Нижний Новгород? Да, во вторую лигу. Контракт там переподписал с Локомотивом или нет, не договорились? Немножко тоже нехорошая ситуация получилась. Там я подписал на полгода договор об аренде, и они... Я ушел, и... Ну, то есть я немножко... Я понял, как даже что во второй лиге я играю, это уже такой все-таки плохой футбол, ну да, но он более для меня полезен, чем там, допустим, играть в дубли, ну или тренироваться снова. И через полгода я захотел продлить, ну я играл там, захотел продлить аренду, вот. А внесли, я не знал, мне дали по кипу бумаг, я ее всю подмахнул, честно говоря, даже не читая. А там было так, что если я по возвращению из аренды, у меня заканчивался контракт по возвращению из аренды, у меня контракт автоматически продлевается еще на 2 года. То есть на тех же условиях, знаете, ну это так очень... А условия такие, детские? Ну я, не знаю, сколько я там получал. Не знаю, 300, ну сколько тогда 300 было? Долларов, по-моему. 300 долларов в месяц? Ну, что-то такое, 500, может, 300, не знаю, ну 10 тысяч рублей зарплата была, такое что-то. Я ничего не просил, я просто пришел, я не знал, что у меня пролонгируется контракт автоматически. Просто мне это никто не сказал, а выглядело это так, ну тебе же дали, что-то не почитал. То есть так и сказали. Я говорю, слушайте, ну как-то надо же как-то прозрачно все решать. Вы указали бы на этот пункт. Я даже с Петровичем, с Коротком, первый контракт подмахнул. Просто мне пришли, дали бумагу. Тебе, давай, срочно нужно заявить. Я просто подмахнул, ни зарплаты, ничего. Просто и мне потом, ну, Ульянов тоже говорит, ты что подписал там вообще? Ты хоть видел что-то? Я говорю, да нет, ну как бы же. Играть меня хотел. В дубль берут, да, я и так рад. Типа, ну этим и как бы все, Коротков дал, мне подписал потом. Мне 2500 рублей пришло, как бы я понял, что у меня такая зарплата. Сейчас молодым чуть больше начали платить. И вообще я не знаю, кому сколько платить, клянусь. Просто я без понятия. Ну окей, по Баковке, по автопарку молодых футболистов. Ты думаешь, когда я был в 2002 году, был автопарк хуже, что ли? Не было вообще. Да? Нет, конечно. В Урал-Поволжье, да, были понятны совершенно другие условия, не как в Локомотиве. И расстояние серьезное приходилось преодолевать. Расстояние те же, ехать нужно было до них просто на автобусе. На автобусе. Да, ну, расстояние как меняется, если нам лететь в Хабаровск. Ну, то есть, Локомотивом. То есть вы там покрывали... Я имею в виду, что мы ездили просто, да, покрывали это расстояние на автобусе просто. Какой самый большой был выезд? Ну, по-моему, в Оренбург, по-моему, самый, да, или в Учелы, не знаю, куда-то там 2000 километров, по-моему. На автобусе из Нижнего Новгорода? Да.
Это вы сколько, 2 дня ехали? Сутки. По-моему, это не надо ехать сутки, даже чуть-чуть меньше. Нон-стоп, без ночевки? Нет, ну не нон-стоп, нет, без ночевки. Спишь в автобусе и едешь. Перерывы на, ну, туалет, кто покурить, я не знаю, там, если кто-то курит из футболистов. Во второй лиге просто много курят. Курит, как бы, без проблем. Это не мешает футболисту играть в футбол, честно говоря. Если кто-то думает, что это мешает. То... Легкие. Да не, ну это не мешает играть в футбол, на мой взгляд. Был какой-то, так будем называть своими именами, трэш второй? Это всегда все вообще, на мой взгляд, я сейчас вспоминаю, все. Ну вот, например. Сам чемпионат. Ну кому он нужен? Ну как, никто за ним не следит, никто его не показывает, ты никому не нужен, тебе никто не говорит, чем ты занимаешься? Гостиницы, питание. Я считаю, что тот клуб, в который я попал, он играл первый год во второй лиге. Он в 2007 образовался как непрофессиональный клуб, в 2008 уже как профессиональный клуб. И там занимались люди, серьезно подходили к делу. У нас был хотя бы новый автобус. То есть мне вообще грех жаловаться еще. Я не понимал, как люди играют в других командах. Мне грех жаловаться, правда. У нас был нормальный стадион отремонтированный, более-менее нам постелили новое искусственное поле, и был новый автобус. Со стороны руководства на нас обращалось внимание очень сильно. Нас по мере бюджета вообще, ну, как скажем так, взгревали более-менее нормально. Там и премиальными как-то у нас бы и вообще. Ну, то есть за нами следили, клуб был под присмотром, и это не было таким проектом. Там, ну, сейчас, то есть мы вышли в первую лигу сразу, в общем. Если никто не транслирует, никому не нужно, идеальные условия для договорников. Так как я был, наверное, молодой футболист, и меня вообще не хотели в это посвящать, я поэтому не могу сказать, здесь, во второй лиге, когда я играл, были договорные матчи или нет. В твоей зоне была команда из города Урень, там была команда там, да, «Энергетик». Был, блин, это вообще... Рассказывай. Ну, я не знаю, ну ты едешь, блин, в деревню, завернул вправо в лес куда-то. Ну, как мне помнится, сейчас там лес, там стадион, и медведи сидят в решетке. Живые медведи в решетке углового флажка. Да, да, 2 медведя углового флажка, живые. Что вообще происходит? Ну, серьезно, как такое может быть? Блин, зачем они там? Животных жалко. Платили нормально? 50 тысяч рублей. Зарплата была. Плюс премиальная. Мне вот в Нижнем Новгороде на тот момент мы снимали с Сашей Черевко квартиру на двоих одну, потому что она стоила что-то 20 тысяч рублей, по-моему, по 10 скидывались еще. Ну, плюс премиальные какие-то еще у нас неплохие тоже премиальные. Ну, нормально. Вообще, в целом, ты 4 года провел в нижегородских клубах и участвовал в дерби Нижнего Новгорода и Волги. В частности, было замечательное противостояние Нижнего Новгорода, да, и Волги за выход в премьер-лигу. Да, да, да. Тогда Нижний Новгород занял третье место в ФНЛ. Да. Хотя играли там чуть ли не составом в 13-14 человек, еще и тебя заявить не могли. Да, я был на тот момент. Ну, вообще, это противостояние началось раньше, потому что Волга была от губернатора спонсировалась, а Нижний Новгород от мэра города. Вот, соответственно, на этой почве какие-то были вот, не знаю, противостояния, наверное. Вот, ну, мы во второй лиге мы играли, потом в первой. Вот, периодически выигрывали, периодически проигрывали. Так, то есть это достаточно привлекало внимание, не знаю, нижегородцев, наверное, эта игра. Вот. Ну да, и последнее, вот, когда за выход в премьер-лигу боролись. Неужели не было никаких договоренностей между Нижним Новгородом и Волгой все-таки? Честно, нет. То есть вы действительно играли? Да, да, это я просто был там, находился в команде и знаю всех ребят и до сих пор с ними общаюсь, кто там был в команде. Там, ну, у Нижнего были действительно колоссальные проблемы. Ну, нам ничего не выплатили до сих пор и никогда не выплатят, понятное дело. Вот, и... Сколько тебе должен Нижний? Я не помню уже, честно. Не знаю. Ты так и деньги не выбил? Нет. Да как это невозможно? Ну, контракты есть какие-то. Да нет, ну все, клуб банкрот. Тогда, помнишь, вот эти стыки за выход в премьер-лигу, я так понимаю, что кто выигрывал в честной борьбе, тот просто оставался на плаву с деньгами. Да. Да. Вот, поэтому Нижний Новгород мог остаться клубом, остаться с финансированием. Не получилось. Если ты хочешь говорить про договорные игры, ты можешь поговорить. Я подозреваю, конечно, что они, возможно, есть. Я думаю, что есть в первой лиге, во второй лиге, наверное. В премьер-лиге я вообще не помню, чтобы я участвовал в договорных играх. Чтобы это, может быть, обошло меня, и другие игроки знали, или кто-то другой. Что, как я вру, ты хочешь сказать? Что нет, я что-то... что я очки надел, нет. Не, ну правда, я не знаю, не участвовал ни разу.
Но в раздевалке были разговоры иногда? Договорные матчи, они ведь какие могут быть? Не могут слить все 20 человек, плюс тренерский штаб, плюс президент? Я не знаю, может, как-то договариваются. Но в раздевалке есть там, типа, мол, ты что там в эпизоде сделал? Слушай, если мне кто-то подойдет в раздевалке и скажет, ты что там где-то ошибся на выходе, и мы тебя подозреваем, но это, ну, как минимум драка. Ну, я не говорю, я никогда не сдавал игры, никогда. Помнишь, в интернете ходило видео, когда играл Нижний Новгород с Волгой, когда там один защитник то ли по дуге побежал вместо... Да, да. Да, очень странный момент. Это реально странно. Очень странно, да. Ну, это лучше спросить у него, а не у меня. Его спрашивали, он что-то там отвечал. Я не знаю, я ту игру не играл, не был на поле, поэтому... Драка? С меня взятки гладкие. Уже матч 8-летней давности. Я помню, даже потом в Ростове смотрел «Человек и закон», показывал про этот эпизод. Дальше у тебя была аренда в Ростов. И в Ростове ты поначалу не играл, да, а потом была вот эта страшная травма Радича, да, ему в итоге даже почку удалили, и ты встал в ворота. Да. Были ли такие же проблемы с выплатами? Да, что-то не платили долго тоже. Ну, там в Ростове это такая, по-моему, стандартная ситуация. Просто там накапливаются долги за какой-то период времени. Поначалу, по-моему, 6 месяцев платили, потом 6 месяцев не платили. И ситуация, ну, то есть накапливались долги, потом и еще 6 месяцев потом выплачивали. Я уже был в Нальчике, и как через полгода только отдали мне деньги. В Нальчике как было с деньгами? Платили ли вовремя? Так, премиальные нет, по-моему, вообще платили в конце. Ну нет, в целом нет проблем вообще в российском футболе нормально, когда тебе задерживают 2-3 зарплаты. Это вообще, я не обращаю внимания на такие вещи. Если ты играешь, вот я в Мордовии играл, там не дают 2 месяца, например, зарплату. И, ну, конечно, можно поинтересоваться, что тебе говорят, ну, задержка там, ну, ты как бы, ну, задержка хорошо там. Ну, давай так, Нижний Новгород, были задержки и до сих пор должны. Когда я был, вот, когда я вернулся, да, поначалу нет, там, ну, были тоже, 3 месяца могут не платить, в Нижнем не платили деньги по-любому, я думаю. Волга. Конечно. Волга нет, хорошее финансирование было, это, опять же, не тогда, когда они уже обанкротились, я думаю, там никому ничего не отдали, мне, по-моему, Волга, а, нет, тоже должна. Ну, там на словах, честно говоря. В общем, все, что на словах, это все в футболе. Угу, там, не работает. Да, то есть были доверительные отношения, но потом... Ну, то есть не додали, не доплатили. Ну, не могу я так сказать, потому что нет это подтвержденных документов в том, что мне клуб должен деньги. Хорошо, Ростов. Должен тебе? Не, Ростов нет. Расплатился спустя время? Да, конечно, полностью вообще. Спартак Нальчик? Ну, тоже чуть-чуть какие-то. Они сделали хитро там как-то. Они начали банкротиться, я ушел вовремя. Ребятам объявили, что клуб будет. Там было такое, что клуб хочет обанкротиться, нет денег. И как-то они там повыписывали всем бумаги, что в какое время они рассчитаются. Вот. И получается, что тоже долго они не выплачивали, очень долго там какую-то сумму. И почему-то с нее вышли подоходный налог, я так понимаю, 13% с нее вышли. Я не знаю, ну я не думаю, отдали уже, слава богу, там эти там 13%, черт с ними. Спустя сколько времени? Не знаю, долго вообще очень тоже, год может быть. Год, скорее всего. Ты звонил или агентство занимался этим? Ну, я звонил ребятам, им тоже не выплачивают, что ты делаешь. Можно подать на палату, ну, жалко пацанов, там, подашь, не заявят клуб, тоже начинают. Они же все из клуба сами звонят, пожалуйста, не подавай. То есть, ну, тебе должны еще и просят, чтобы ты шел на встречу, так бывает. Вот, поэтому, ну, что-то там не додали тоже какое-то. Мордовия должна тебе? Мне повезло, нет. Я ушел. Я был в то время 2 года, когда как раз мы вышли и отыграли, все супер, вообще все финансировано. А кому-то должен? Нет, периодически везде, все клубы, которые ты называешь, всегда были задержки. Еще Том. Ну, хорошо, что отдавали, но Том, слава богу, мне тоже фартануло, ну, там вообще не платили, но в итоге мне все вернули, не знаю, как другим. Практически без малого спустя 10 лет ты вернулся в Локомотив. Вот в Локомотиве все, в день в день. Да, по сути, вот за твою огромную карьеру, столько клубов, первый клуб со стабильным финансированием, когда у тебя не болит голова, да, когда тебе выплатят. Как... Это вот действительно прям заслужил. Ну да, это да, если с этой точки зрения смотреть, это просто, ты быстро к этому привыкаешь. Вот, потому что я же еще в период ушел в Томск опять, и опять попал в эту ситуацию. Mm-hmm. Ты, вернувшись, ты просто можешь рассчитывать на то, что если у тебя есть что-то в кредит, либо что-то в рассрочку, что ты берешь, ты можешь рассчитывать на то, что Локомотив точно отдаст деньги. Когда футболисты в интервью говорят о задержках зарплат,
обычно среди комментариев, среди обычных болельщиков нет особого сочувствия. Мол, ребят, вы и так миллионеры, вам бы наши проблемы. Были ли действительно проблемы? Для меня это странно, когда там что-то тебе не выплачивают, тебе говорят, ты и так миллионер. Ну, я не знаю. Уже твои деньги, честно. Но это очевидно. Я же не стал, не получил то, что я имею сейчас, вот в 18 лет там, или в 15 лет. Я поехал во вторую лигу, потом в первую, потом кучу-кучу проблем прошел. И я вообще удивляюсь, когда так мне что-то говорят, ты много получаешь. Ну, во-первых, никто не знает, сколько я получаю. Да? И, то есть у меня зарплата поднималась с тем, как поднималась моя карьера. Я же приехал в клуб, а мне вообще ни разу не дали зарплату. То есть по той логике тогда как должно быть? То есть я же ни одну не получил. Ну, странно просто. Ну, мы приехали, не получили ни одной зарплаты, ни одних премиальных, ничего. Ну, я занял денег, да, у друзей своих. У всех. У Гитигежу, у Черевко и у Хауш. То есть так было такое, ну, да? Конечно. А что мне делать? Ну, я занял пацанов, попросил, говорю, дайте денег. Мне нужно было кредит закрывать там. Ну, там, раз что-то я там покупал, например. Ну, просто, как... ну и вообще жить. Но тренеры должны что-то говорить, что-то объяснять, а они сами не знают. И... Да никто не... Там это вообще бесполезно все. Там врут, приезжают все, говорят, что зарплата будет через месяц, ее нет. Там все отправляют каких-то там людей из... Руководства. Ну, не из руководства даже, а из как это... Там помощников, менеджеров. Да, помощников, да. Там губернатора, что-нибудь рассказывают. Там. Я просто это, я миллион раз так сидел, слышал. Один в один все вообще. Там не веришь ничему, просто сидишь, ну ладно. Часто очень пишут о бойкотах матчей, но вот на моей памяти... Ни разу не было. Да. Почему? Тоже... Ну, уговаривают все-таки. Во-первых, я тоже пришел, чтобы играть, да. Ну что, я сейчас буду бойкотировать матч, там, как бы. Потом, с другой стороны, ну... Еще болельщики ходят, да, люди, это для, ну, не знаю, много нюансов, наверное. Потом плюс само руководство просит тоже там, что можно понять и руководителей. Руководители не спонсируют клуб, не спонсируют. Ну, то есть те клубы, в которых я был, допустим, и берем именно Томск, он не выделяет деньги, там, президент клуба не выделял. Такой же наемник. Генерал. Да, он наемный, который получает зарплату из бюджета. В Мордовии, наверное, было спокойнее всего. Вообще, наверное, Мордовия не футбольный город. Как мне показалось, вот, да не показалось мне, не футбольный, нет. Ну, если брать относительно Ростова, да, Мордовия не футбольный, да. Ну, не город, Саранск не футбольный город, да. Мордовия, да. Да. Как республика. Как вообще, кстати говоря, в такой не самой футбольной атмосфере, может быть, удалось команду в первую половину вообще затащить? Да я не знаю, какие совокупность вещей. Позвали Юрий Павлович, он собрал команду. Пригласил под него, видимо, пошли люди какие-то. Было финансирование, кстати, на тот год. Были деньги. Потом приехали люди под тренера, под деньги. Я думаю, вот, какие-то иностранцы приехали туда. Литолек играл, допустим, француз, там, Дональд играл, парень. То есть там Ломич пришел из Динамо. Ну, в общем. Было кем играть. Да, у нас был неплохой состав. Ну, мы много обыграли кого там, в снег, ну, блин, вообще, какой-нибудь метель, там, Зенит приехал, 1-0 выиграли, там, ну, типа, там играть нельзя, по идее, ну, это всегда так, ну, просто люди приехали, потратили деньги, уже прилетели, ну, как бы, просто я не понимаю, как... И то они прилетели и были готовы улететь без игры. Улететь, да, потому что у них есть, да, Томск не улетел бы, потому что, по идее, мы тоже тогда в Самаре нам должны были отменять, по-моему, игру, и потому что уже, у нас так денег нет, мы еле добрались до туда, еще улетать теперь. У тебя у самого какой был самый жесткий матч? Ну, я думаю, вот в Томском мы прилетели в Уфу. Я помню, сильно замерз вообще. Последний тур тоже, 10-8 декабря, и там в Уфе вот этот стадион тоже как в Мордве продуваемый весь. Там он же, это на Локомотиве, когда или на Спартаке играешь, все закрыто, и, блин, там намного теплее, то есть, когда нет ветра. Вот, и в Хабаровске в прошлом году за Локомотив, когда я играл, там... Тоже хорошо ветра не было вот тогда. Зачем Саранску такой стадион? Под стадион нужна команда, чтобы им пользоваться, да, чтобы как-то его осваивать. И везде, помимо Саранска, зачем тогда в Волгограде такой стадион? Твое возвращение в Локомотив. Наконец стали платить, наконец вернулся в родной дом. Москва, большая команда, совершенно другие задачи. Да? Это не первая лига, не второй дивизион. Но ты не стал основным голкипером. Насколько тебя это
тревожит, беспокоит? Уехал в Краснодар, например, да, сначала, когда мне предложили. Потом, вернувшись опять на полгода, меня это тревожит, опять, отревожило опять настолько, что я уехал в Томск. Потом следующий сезон, получается, я не уехал, потому что я все-таки начал играть вот чемпионский год. Надо правильно уходить в аренду. Уже когда я, допустим, обжегся с Томском, нужно уходить в аренду правильно. Ты становишься хуже, когда ты не играешь? Это очень быстро, честно говоря, потом можно. Вот я в ЦСКА сыграл игру, видно было, да, что чуть-чуть, может, там где-то, что... Не, да, нервничаешь, понятно, это переживание. Никто, что нет такого чуйки какой-то, вот игровой практики вот, не хватает. Буквально еще вторая игра и третья, и ты уже сразу, вот все, ты пошло. То есть это быстро. Да. Помнишь, мы сколько летали с молодежкой? И когда я пришел сюда? Да, да, много летали с молодежкой, и там ребята были 17-летние, 18-летние. Я Антон Коченков, такой голкипер уровня первой восьмерки премьер-лиги. И я помню, мы сидим где-то за обедом, и ты не всех ребят помнишь. И ты, да я вообще никого не знал даже, понятное дело. Сок передай, пожалуйста, так уже не знаешь, как обратиться. То есть это не твоя команда. Как тебе вот были все эти перелеты? Как-то ты вернулся, ты вроде вернулся в клуб, но при этом во всем этом ты вернулся еще на 10 лет назад. Мне не нравилось, что я играл за дубль первый год. Потом как-то я говорю, кстати, там с ребятами познакомился вроде как-то, и получилось так, что выиграли же тот год, чемпионами стали они, и вроде уже так в конце сам завелся немножко, думаю, вроде можно ребятам помочь, почему нет. Вот, и начал уже сам даже как... По-другому не скажу, что я прям просил, да нет, я сразу относился нормально, я просто думал, что пойду сыграю за дубль, думаю, там все равно какой-то стимул там помочь ребятам там выиграть. А если ошибся, например? А ошибся перед молодыми, как-то неудобно вроде, пришел опытный, да, ошибся. Да, стрёмно вообще, если честно, я ошибся, меня Палыч отправил играть что-то год там или полтора года назад, уже потом. И вот когда я с Амкаром играли, что-то я там ошибся вообще очень, ляп какой-то прям вообще. Прям неудобно было? Да вообще катастрофически стыдно, просто ужас. Давай мы в конце нашего интервью порекомендуем болельщикам книги, фильмы и сериалы. Давай, три твоих любимых музыкальных группы или исполнителя. Во все времена слушал Басту, обязательно, это точно. Не знаю, порекомендовал бы всем, кто никогда не слушал Высоцкого, послушать Высоцкого, там тексты обязательно. А что читаешь прямо сейчас? Может быть, три твои любимые книги? Я говорил, книги? Да, я читаю... У меня нет любимой книги. Не знаю, как это объяснить. Прям я не могу там книгу прочитал, и потом она моя любимая, второй раз. Может быть, повлияло где-то на тебя. Да, вот сильно, вот Достоевский сильно вообще. Очень так. Я читаю сейчас «Братьев Карамазовых». И вот все, что я прочитал, то сейчас третью читаю. То есть это «Преступление и наказание». Достаточно я был под впечатлением, честно говоря. Я удивился вообще. Вот, и потом, «Идиот», и сейчас «Братьев Карамазовых». А что смотреть? Я иногда периодически почему-то пересматриваю, пролетая под гнездом кукушки. На мой взгляд, это, просто офигенный фильм. Вот, при том, что он достаточно старый, по-моему, черно-белый даже он, насколько я помню. И, плохо покрашен, скажем так. Да, и, на мой взгляд, это, классный фильм, классная иллюстрация того, как я думаю, как показывают вот психиатрической больницы. Как ты подытожишь 2018 год? Супер вообще. Это чемпионский год. То есть, если брать, мы же закончили в 2018, получается. Он запомнится. Спасибо.